ж надо, блядь, чтоб тебя, сука, хлопнули на моих глазах. Ну и что? Сколько заплатил? Ничего. У нас честная полиция. Ну да. Да. На самом деле. Ну ты видел, такое бывает в жизни? Как живет? Да так, потихоньку. Я понял. Ага. Ну, а что ты людей там пугаешь на 10-й фонтана, блядь? Что там краб напал на Рапана? Люди в Одессу не едут. Ты смотришь, да? Да, я смотрю. Это что, подрыв экономической деятельности Одессы, а? Да не, нафиг эти там лишние сюда, блядь. Да? Понаехали, да. Да, понаехали. Самим купаться негде, да. Пляжа не осталось, да. Приезжай ко мне. Ага, куда? А? Куда? Вон. Пожалуйста, село Красное, поворот направо, 8 километров. 1.5 километра можешь идти голяком до Очакова. До Очакова?